Итак, сегодня полный осмотр Нивы. Начнем спереди. Есть у нас тут кенгурятник. Стоит площадка под лебедку. Можно вешать лебедку. Тут когда-то стояла лебедка. Так, вот такой бампер. Бампер не новый, конечно, но еще поездит. Капот. Капот имеет потертости. Ну, можно покрасить при желании. Крылья. Крылья подрезаны, проварены. Качественно проварены, зашпаклеваны и покрашены. Что у нас внутри? Внутри все чистенько. Поехали дальше. Зеркала одного нет. Стекло есть, дверь есть. Вот такая боковина. Задние арки тоже подрезаны. Сейчас посмотрим задние арки. Что у нас внутри? Пружинки. Вроде тоже все чистенько. Так, рассматриваем дверь. Это соревнование, где участвовала машинка. Вот, пороги надо менять. Дверь тоже дырявая. Так. Колеса. Колеса тут стоят 29 дюймов. Называется «Медведи». Медвед. И это резина Я-569. Диски от «Волги» здесь стоят. Так, едем дальше. Задний бампер. Когда-то вытягивали тросом, его погнули. Так, стекло на месте. Задняя дверь тоже имеет косяки. Так, пошли дальше. Фара чуть расколота. А там что за фара? Ну, тут вроде целая фара. Едем дальше. Так, вот это вид с другого боку. Шноркелем имеем. Колесики на месте. Так, давайте заглянем под эту арочку. Заглянули, посмотрели. Ну, вроде все живое. Так, крючок бензобака. Даже не помню, открывается. О! Крючок открывается, закрывается. Рассматриваем, здесь окошко есть, шнорхель самодельный. Зеркальце на месте здесь. О, все работает. Так, посмотрим под эту арочку. О, красота какая. Здесь тоже все живое. Так, все хорошо, все на месте. Посмотрим пороги. Пороги с этой стороны смотрим. Ну, тоже есть ржавчинка и что-то чуть-чуть надо менять, конечно. Так, что мы еще не посмотрели? Спереди мы смотрели, да? Повторитель здесь. Фара на месте, решетка на месте. Лобовое стекло на месте. Вот такая машинка. В следующей серии будем рассматривать салон.